Всем здорово, ребята! С вами Варпач, Фрэш, Алекс Фокс и Евгеха. И сегодня мы поиграем все вместе в угарные пряточки в Гаррис моде. Чокова, бро! Хей-йоу, братишки! Всем привет, ребят! Сегодня вас ждет карта с ограблением... Да? С ограблением? С ограблением банка, с сейфами, денежками. Короче, море фана и угара, ребята. Вам желаю приятного аппетита и, конечно же, приятного просмотра. А мы погнали прятаться! И сейчас прячемся. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдинга. Авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Так, ребята, нужно срочно прятаться. Я даже знаю, за что я могу спрятаться. Скажи, пожалуйста. Как насчет... У нас 15 секунд, кстати. Вот они, ребята, стоят. Саня. Пожалуйста, подсказку дам. Евгеха, он будет купюрами бабок. Так. Да не подсказывай ему, я не буду деньгами, брат. Надо... Так, кто-то что-то сломал. Как превратиться? Я ничего не ломал. Альт F4 нажми и превратишься. Так, я подержал. Жека, прячемся. Кирилл, я не смог. А я тоже не могу, почему? Почему не работает? Он не всегда сразу срабатывает, надо долго жать. Какой долго жать? Не работает. Да, там либо объект слишком маленький, значит. Как? Вы где? Вот хоть вы не превратились. Как это работает? Капец, я хочу за эту штуку превратить. Я хорошо заныкался, мне кажется. Я вроде тоже хорошо заныкался. Я так заныкался, что вообще прям, пацаны, хорошо, даю вам подсказку. Смотри, зимой, летом, одним цветом, не лайтинг стоит, дом не пускает. Это елочка. Так. Жека, я спрятался. Почти. Я вообще так спрятался своей фовой. А это ты? Нет, вряд ли ты видишь меня. Нет, это не ты, да? Потому что ты не видишь. Потому что ты меня не видишь. Автотаунты работают. Попробуй, догадайся, кто вы. Ясно. Минус, брат. А, прикинь, на этом сервере забанен этот предмет, из-за него нельзя превратиться. Это за мышку нельзя превратиться, я помню, шарю. Так. Тут написано, типа, этот проб забанен на этом сервере. Спасибо большое. Так, пацаны, ну хорошо. Кто вам ассистент? Значит, я пацаны, тут. Вы еще где-нибудь вообще бегаете? Внизу. Что у вас происходит? Расскажите. Может, вам... Пацаны, на меня можно сесть. Бутылка? Опа, сразу догадался. Моменталочка просто прилетела. Петров. Это когда ты ютубер и знаешь, как стать популярным? Да. Бутылочка — это твое все. Пацаны, ну мы там, где банк. Там, где сейф. Мы сразу даем громадные подсказочки, ребят. Ну как я, ясно, меня копируешь. Конечно! Давай. Чё? Давай. Блин, сейчас изи найду. Давай. Кирилл, у нас с тобой граната есть. Я вообще-то прячусь. Так. Он забыл, с кем просто играет. Да, так, там пацаны. С тобой Саня вообще-то в команде, так, между так, прочим. Так, я только сейчас допонял, что такое. Я сначала понял, а потом как понял. Вот, главное, чтобы понял. Ребят, так, ну мы парни, там, где... Сам сейф. Чуешь? Шаришь? Вы спустились туда, нет? Да. И что-то вот не вижу. Да. Вижу только чувака с дробовиком. И все, больше ничего твои не вижу. Бабки, один банки, чувак братан. В сейф забежал, что-то там ищет. Ну, мы не там. Что бы ты там ни искал, мы находимся Саня, абсолютно смотри, Саня, не там. Саня, я могу тебе подсказать. Обернись. И пройди чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед пройди. Прошел? Да, нет, он не прошел. Че? Нет, серьезно, я могу подсказать, Сань. Так. Саня. Да ёпта. Да сраные стулья. У меня 15. Пацаны, зайдите в банк, а. Вот прям зайдите. В банке. Да прям вовнутрь зайди, вот да, прям внутрь, вот грабят. Вот с фонариком зашел. Второй зашел. И мы теперь не тут. Вот теперь выходите, ищите нас. Забайтили, смотри. Капец. Ну, а можете вернуться? Я просто вас там очень хорошо да видел. Да блин. Ой, Макс, а что ты умер-то? Минус а, ты тут поверил. Отстрельнул, да, понятно. Сань, зайди в другую. Да, вот здесь вот штучка такая болтается, я видел. Синенькая. Назад. И вправо смотри, там купюр денег. Нет, за деньги нельзя здесь играть. Да не туда.
Сань, да? Сань, возьми назад, вот эту штуку на Е, видишь, назад, катится, да, Сань, блин, Сань, Сань. Сань, не туда бежишь. Тут штучка назад, катается. Иди в другую комнату, иди вот сюда. Ну, вот да это? Вон туда, назад, назад, который сзади, вот. Не туда. Ну, ты совсем. Вот ты тупой. Блядь, я здесь. В этой комнате нахуй был, блядь. Вот, теперь направо смотри, в упор иди. И вот там щель, видишь, справа. Да я не в щели, я не привык кататься по щелям. Сань, 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 выйди из этой комнаты, Сань, отвечай, выйди. Выходи, выходи, выходи. Вот прям честно. Вышел? Вот смотри. Вот просто, вот сейчас чекай. Сейчас чекай. Саня, Саня, а блин, Саня. Это так не работает. Во, Сань, Сань, Сань. Лови, Саня, это тебе. Чекай, это тебе. Shut up and take my money просто. Я кинул в него деньги. Типа договоримся? А чё как? А вот так вот. 5 секунд, братан. 5 секунд. Ты не нашел. Ты не нашел. Последнюю секунду. Последнюю секунду успел, все, изи. А тут смотри, мусорка бегает. Я сначала был бутылочкой, но я эволюционировал потом. Мы готовы, мы готовы, мы готовы. Так, я понял. Нет. Я думаю, в подвале их, наверное, нет. Подожди, а почему здесь перевернутый светильник? Там двери открываются. Вот вы любите давать жесткие подсказки? Я тоже дам вам жесткую подсказку. Я хайпер. Хайпер? Ты что, оперативная память, я не понимаю? Нет, 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 нет. Он листочек, он зелененький. Это хорошая подсказочка. Так, это отличная подсказка. Зеленый. Отличная подсказочка. Я пойду, только вопросик. Где ты, зелененький этот листочек? Вот это вот больше меня интересует. Так, 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 так. Вот это ты? Это? Нет, не ты. А вот это? Тоже не ты. Ой. Понятно. Но вот это точно не ты, здесь она стояла. Да? Да. Так, а ребята. Что, если я возьму мусорку, я могу. А какой этаж? Разломать? Скажите, какой этаж? Карта первый. Большая? Первый. Первый, да? Даю подсказку, я вижу 6 ветряков. Я понял. Я понял. То есть вы настолько уверены в своих силах? Я тоже вижу 6 ветряков. Вы настолько уверены в своих силах? Так, подожди. Здесь что-то орало, нет? Макс! Минус ну капец! Я просто наступил на тебя, и я понял, что здесь какой-то объект. Друзья, есть по красоте. Убил, я, его убил. я убил, капец. Блин, ощущения были будто я. Макс, кстати, классно спрятался, между прочим. Да все, так, я вот это кто? Вот это кто сейчас был? Да не я. Вот Сань, это ты в текстурах или нет? Вот это кто? Нет. Вот такие объекты, они почему-то это... Они не догадаются, я они типа, да, они типа, в них нельзя вроде... Подожди, где-то тут, где-то тут. Блин, пацаны, вы не догадаетесь. Точно? Да. Это от тебя? Нет, вроде нет меня. Тихо. Ты впереди, где-то впереди. Где-то здесь. Сейчас просто лайк. Где? Да ладно, да где ты? Я говорю, 6 ветряков. Я сижу с... как 6 ветряков. Две камеры. Бомба! А это что такое? О, мне гранаты дали. 12 ламп. 12 ламп? А, то есть ты видишь, да, это все? 7 окон. На! Ясно. Просто! Просто ясно. Капец! Хороща, хороща, нытичка. А. Вот это, как говорится, хочешь что-то спрятать, спрячь это в сейфе. Спрячь это на самом видном месте. Нет. В сейфе? Сань, так. Видишь это? Итак, так, парни. Я понял. Да ё-моё. До свидули. Идём туда, на второй этаж забыл. До свидули. Да ёпта, это просто... Слушайте, мусорка. у меня есть идея. Я вот стою просто идеально. Слушайте, пацаны, так. Я вот думаю, знаете, над чем? Над чем? Над бутылочкой? Да, я понял. Принял. Так. Я нажму F3, да, чтобы быстрее таунтинг сработал. Слушайте, пацаны, ну... Ребят, принципе, ну вы попробуйте найти. Это, знаешь, это один из тех моментов, когда не успеваешь спрятаться, берешь какое-то говно, и у тебя получается отлично прятаться. У меня прям рядом. Я на первом этаже. Я тоже. Я дам подсказку, мы находимся на первом этаже. Это не подвал. Это не подвал. Но это где вот это вот, где начинаешь искать, вот именно на этом же этаже. Я вижу, вот сейчас ко мне кто-то подошел на синих этих... так сказать... Я понял. Ты чё? Чё за лоб? Открой лифт, открой лифт. А кем ты был, Жека? Я был стул, я сначала был клавиатурой, потом решил стать стулом. Серьёзно? Да, я выкинул этот стул, встал на его место, а этот пришёл. Так, а кто у нас остался? Макс.
Интересно, да. Кто же остался? У нас же здесь с тобой всего лишь 4 человека. Кирилл, знаешь, я на самом деле не удивлен. Макс. Чего, я подсказку бы дал. Макс. Ну, подсказка там, где сейчас умер Жека. А ну, я типа знаю, где он умер? На первом этаже. Прямо, иди прямо. Видишь, я вижу, ну вот дам подсказку в вашем стиле. 6 вентиляционных штук таких, которые наверху крутятся. Вентиляционных, ну да, ну типа крутится. Ой, кто там прыгает? А, это ой-ой-ой. Так, 6 вентиляционных шахтов. Пример ту мусорку в углу. Какой? Нет. Нет, только не это! Так, хорошо. У меня 5 хп. 5 хп, у тебя нет права на ошибку. Я то трэш-холд. Я английский не знаю. А вот сиди переводи. Сиди переводи. Повернись направо. Нет, я не там. Нет, Макс, нет. Видишь? Нет. Да нет. Нет, Максим, нет, это не то место. Все, вот, да, вот, туда. Вот беги туда, беги, Макс, вот туда, да. Давай, видишь, запрыгивай. Стой, видишь, мусорка одинокая. Вот это не я. Да, стреляй в мусорку, давай, 5 хп, не братан. Не мусорка. 5 хп, стреляй, пожалуйста, в мусорку. 40 секунд, братан. Стреляй в мусорку, прям со всей дури стреляй в мусорку, сразу умрешь. Давай, да чё ты не стреляешь-то? Я хочу выиграть этот раунд. Максим, ну давай, вот сейчас, а чё ты не умер? Реально плохо пахнет, братан. Сейчас я не видел. Это мусорка, выстрелить. Во! Да она простреленная. Не стреляй. О, стреляй, Макс, давай. Мусорку, давай. А ты можешь ну стрельни, пожалуйста. Нет, не могу. Ах ты, сучка. Ты знаешь, как мне страшно было говорить, что ты меня стрелял. Как я боялся ошибиться. У нас очень мало времени, ребята уже начинают искать, а я сейчас спрячусь. Ну, как говорится, это будет топовое место, так что... Так быстро? Черт, животное. А чё он делает? Я заныкался. Ясно. Блин, тебя видно, Кирилл. Да, не видно. Это так не работает. Нет, Кирилл? Не прыгай. Ребята, нет, спустя 5 минут посмотрим, найдете вы меня или нет. Я вижу первый и второй этаж. Понятно, теперь представьте, насколько я высоко и где я вообще нахожусь. Давайте, вот попробуйте, найдите меня. Не прыгай, живи. Нет, это не я. Да блин, сам спалился. Сука. Где он был? Бутылочкой на карнизике. Да. Бутылочка на карнизике. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился такой угарный режимчик в Гаррис моде. Если да, то обязательно подписывайтесь на все наши каналчики и ставьте лайкусики и нажимайте на колокольчики. А сегодня с вами были Варпач, Фрэш, Алекс Фокс и Евгеха. Всем удачки и всем покусики. Всем пока. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.